Включаю розетку. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Что это было? Так, всем привет! Видео ремонт индукционки. Ремонт, думаю, будет очень простой. Вылетел из строя, по всей видимости, предохранитель. В прошлом видео я снимал, как это все произошло. Ну, вот он. Сейчас мы попробуем подобрать провод. Получается, на 10 ампер должен быть медный провод 0,25 миллиметра. Я глянул по таблице. Вот. Давайте подберем штангенциркулем наш провод. Кто помнит, как пользоваться, пишите в комменты. Иначе я спалю еще раз индукционку еще больше. Ну, по всей видимости, так, 0,3 провод, или может даже больше. Да не, вот троечка на полтора совпадает. 0,3 провод, а нам нужно 0,25. Ну что, рискнуть его поставить или все-таки поменьше взять? Жалко будет, если индукционка загорит. Ладно, сейчас поищу потоньше провод. Так, как же лучше сделать этот предохранитель? Я думаю, может просто с обратной стороны припаять вот здесь, где он идет. Вот здесь и здесь. И все. Вроде ничего касаться не будет, хотя если тут коснется, будет плохо. Так, ладно, сейчас подумаю. Правильно, хоть да, сюда его надо припаять. Что упало? Интересно. Это, наверное, наш предохранитель и вылетел. Да. Вот он вылетел. Ладно. Не будем сильно углубляться в эти дебри, что мы предохранителя не видели. Вот он внутри. Это все не важно. Так, сейчас пробуем включать печку. Сейчас попробуем ее включить. Я сейчас никакую нагрузку не буду подключать. Сейчас хотя бы она, чтобы заработала.
Вот и все, больше нам ничего не надо. И тогда наши опыты продолжатся. Итак, ну что, включаю розетку. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Что это было? Что это было? А почему? Должно же было касаться. Не должно. Может, не туда припаял? Вот это номер. Ладно, поставлю на паузу. Так, ну ладно, думал, все быстро получится. Смотрите, почему-то вот здесь оно замкнуло. Вот сюда пошло. Здесь не было ничего. Может, что-то... А, может, попал сюда этот? Вот, смотрите. Может, шуруп попал? Честно говоря, ничего не понял. А в чем прикол? Почему? Почему оно стрельнуло? У кого есть какие-то соображения, пишите. Что-то у меня пропало желание ее дальше ремонтировать. Ну а что еще мало здесь? Это у нас на диоды идет. Выпрямительный мостик. Ну да. Это выпрямительный мостик. Раз и два. Один диод, второй диод. Что это было вообще такое? Может, они предохранитель? Да нет. Да и подписано вот F1. В общем, не знаю, что и думать. В общем, нужны советы знатоков. Кто знает, пишите в комментариях. Все, я, наверное, буду закругляться. Хватит на сегодня. Все, жду ваши советы и комментарии. У меня все. Всем пока.